Золотые медалисты, победители и призеры Олимпиад, а также выпускники, достигшие высоких успехов в спорте, творчестве и общественной деятельности. Лучших выпускников рязанских школ сегодня чествовали в администрации города. Всего 34 человека. Конечно, многие из вас уже наверняка определились с будущей профессией, с будущим университетом. И мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы по завершении этой учебы вы пришли обратно на работу в наш город, пришли на работу обратно в наш регион. Лауреаты различных премий, победители спортивных соревнований и творческих конкурсов, а 21 выпускник получил 100 баллов на едином госэкзамене. Но все как один повторяют, на достигнутом останавливаться не будут. Большое воодушевление дает то, что впереди много всего, и институт, а потом еще дальше как-то поработать надо будет. Так что, я думаю, не очень грустно так. Очередной жизненный этап. Но впереди еще столько всего. Это прям дух захватывает от раскрывающихся перспектив. Мечтаю стать педагогом начальных классов и английского языка. И моя сейчас цель на данный момент – это поступить в наш Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина как раз-таки на эту специальность. Ну и в знак благодарности своей школе, которая дала мне 11 лет тепла, заботы, научила меня, как что хорошо, что плохо, научила меня дружить, дала много знаний, которые мне помогли при сдаче единого государственного экзамена. И в благодарной школе я, конечно, бы вернулась туда работать. Выпускников наградили памятными подарками от администрации города. Благодарственные письма получили и их родители. Также в администрации отметили вклад директоров школ в развитие городской системы образования.